Приветствую зрителей моего канала. И это таро-прогноз на июнь месяц для всех знаков зодиака Девы. Дорогие мои Девы, будем смотреть, что же ожидает вас в июне месяце. Сначала основные тенденции на золотых таро. Потом посмотрим любовь, потом посмотрим... Расскажу дальше, что будем смотреть. А сейчас основные тенденции июня для всех дев, которые смотрят это видео. Итак, основные тенденции. Три карты. Дорогие мои, основные тенденции здесь, или же вы попытаетесь кого-то обмануть, чтобы достичь своей цели, или вы вас попытаются обмануть, чтобы достичь своих целей. Поэтому в июне месяце, дорогие девы, контракты подписываем, читаем, с юристами консультируемся. Не верим всему тому, что говорят мужчины, мужчинам женщины. То есть доверяй, но проверяй. В июне месяце держим ушки на макушке. Все проверяем. Теперь посмотрим на моих любимых золотых мечтах мадам Ленорман. Сферу отношений, любви. Что же вас ожидает в сфере отношений и любви? Аист. Ну, здесь эта карта говорит о хороших семейных отношениях, о том, что возможно прибавление в семействе, то есть, возможно, новости беременности или уже рождения ребенка. А также эта карта говорит о гармоничных отношениях со своим партнером или партнершей. В июне месяце у нас два затмения. 5 июня лунное затмение, 21 июня солнечное затмение. Как правило, все затмения несут изменения. И мы сейчас посмотрим, какие изменения принесут вам девам моим дорогим эти затмения. Итак, лунное затмение 5 июня. Девятка кубков перевернутая. А вам необходимо будет поддерживать, больше помогать, проявлять своего внимания и заботы своим близким и окружающим вас людям. И что принесет затмение 21 июня? Король жезлов. Вот так вот перемешаны с середины карты, взятые с середины колоды. Опять король жезлов. Как раз был у раков такой. Нет, не у львов. Итак, дорогие девы. Король жезлов говорит, что к 25 июню вы почувствуете себя лидером сильным, который владеет ситуацией своей жизненной, который управляет своей жизненной ситуацией, возможно, управляет не только своей, но еще и жизнью своего окружения. Или же в вашу жизнь может прийти такой мужчина, который будет лидер сильный и управлять, помогать, полностью направлять все ваши жизненные процессы. И на моих любимых таро кармы посмотрим, что же, какой кармический урок, кармическая задача станет перед вами, девы, в июне месяце. Очищение. В июне месяце вам необходимо пройти любые очистительные процедуры, будь то физические, там, чистка кишечника, печени, крови,
или энергетические очищения мантрами, медитациями, молитвами, посещение духовных мест. То есть обратите на это внимание в июне месяце. Если вы давно собирались сесть на диету, июнь месяц будет самым благоприятным периодом для этого. Вот такой вот июнь месяц, надеюсь. О, кстати, я знаете, что забыла? Я забыла достать карту финансы, деньги, работа, бизнес. Что же будет, девы? Сейчас мы посмотрим, что в июне месяце будет с вашими финансами. Вау, вот девы. С финансами будет все отлично. Солнце – самая лучшая карта в колоде. Поэтому вот пусть солнечный свет озаряет весь ваш июнь и несет только благоприятные, счастливые события в вашу жизнь. Спасибо, что меня смотрите. Если вам нравится такого формата расклад, пишите в комментариях, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы оставаться в курсе моих новых видео. И до новых встреч!